Биологически активные точки, или сокращенно БАТ, это точки, воздействие на которые вызывает очень сильный ответ организма. Таких точек известно много, но самая знаменитая – точка Цзусанли, или точка долголетия. Один знаменитый китайский долгожитель, воздействие на нее по определенному графику, прожил более 240 лет, его жена и дети – почти под 200. Цитата из исследования Вагралика приведена здесь, внизу под видео. Кстати, рекомендую подписаться на канал Medical Advice, медицинская консультация, чтобы быть в курсе дальнейших видео на эту тему. Ученые из Института гематологии в городе Кирове решили проверить, чего же можно добиться стимуляцией точки Цзусанли. Они взяли несколько десятков белых мышей, разбили их на несколько групп и воздействовали на точку Цзусанли на мышиной лапке электрическими импульсами с помощью аппарата Денос. Как оказалось, ушлые китайцы давно составили карты биологически активных точек не только для человека, но и почти для всех млекопитающих, так что точку они нашли быстро. Теперь о результатах. Если мыши в контрольной группе жили в среднем 280 дней, то в экспериментальных группах намного больше. Групп было несколько, и они отличались величиной и частотой импульсов, графиком стимуляции и так далее. Короче, самый лучший результат составил 534 дня. На эту мышку собрался смотреть весь институт. Если человек живет в среднем лет 80, не берем российских мужиков, то применяя аппарат Денос по разработанной методике, можно дотянуть до 152 лет. Сами посчитайте. Статья и отчет об исследовании находятся на сайте «Не умирать». Ссылка внизу под видео.